можете и косметологом потом, визажистом. Вы можете это, массаж делать, массажистом пройти дополнительно, можно массажистом. С выбором, куда пойти учиться после школы, старшеклассница Арина Шарахова уже определилась. Свою судьбу она планирует связать с медициной. Поэтому на день открытых дверей в колледж Подмосковья пришла осознанно. Я хотела бы поступить вот в этот колледж, потому что хочу получить медсестринское дело, чтобы дальше потом следовать своему какому-то пути. Мне рассказали, какие у нас есть, какие в этом колледже есть специальности, как проходит обучение, как можно попасть в этот колледж. Колледж Подмосковья – одно из старейших учебных заведений городского округа Химки. Здесь готовят специалистов среднего звена. Это кадры для промышленности, строительства, общественного питания, сферы услуг, медицины, а также малого и среднего бизнеса. Здесь можно получить 9 специальностей, и все они востребованы на рынке труда. Хочется отметить, что почти 100% выпускников техникума все трудоустроены. А ребята, которые учатся на сегодняшний день у нас в колледже, уже свыше 50% трудоустроено в рамках дуального обучения. То есть они совмещают обучение с работой. Студенты и преподаватели колледжа подготовили 3 мастер-класса для старшеклассников по сестринскому делу, парикмахерскому искусству и кулинарному мастерству. Мы с вами будем раскрашивать пряники цветной глазурью. Пряничное тесто появилось на Руси в 9 веке. Эти пряники нельзя было выкидывать, так как они считались оберегом в доме. И надо было их хранить, если они не съедались до следующего Рождества. Будущие абитуриенты не только познакомились с теми специальностями и профессиями, которым обучают в колледже, но и попробовали себя в деле. Давно готовились, пришли. Провели по всем кабинетам. Мы уже определились давно со специальностью, но с удовольствием просмотрели направление и сестринское дело, вот, и парикмахерское. Все очень интересно, организовано. Сегодня в колледже Подмосковья обучают более 1000 студентов. Параллельно с основной профессией они могут дополнительно повышать квалификацию. Колледж активно и тесно сотрудничает с городскими предприятиями. А это значит, что проблем с трудоустройством у выпускников не будет. Юлия Самошина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.